Несколько минут назад пришло срочное сообщение. Высокий суд Лондона приговорил бывшего главу Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 2 годам лишения свободы. Российский бизнесмен и бывший сенатор от Тувы признан виновным в 12 из 17 нарушений, по которым его судили, в том числе за ложные показания, сокрытие активов и бегство из английской юрисдикции. Банкир сейчас во Франции. Как заявили представители суда Лондона, будет выдан ордер на арест Пугачева. Выдача Пугачева, напомню, добивается Генпрокуратура России. На родине его подозревают в незаконном выводе активов банка. Заочно ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате.